исправление в кругах. Как это действует? Ну, мы скажем «Бней Барух», мы должны распространять науку Каббала в разных формах, которые подходят внешним кругам, так что они могли это принять, то есть воспитывая отрока по его путям, то есть ты должен это комфортно подать, пока они это не примут, пока не воспримут, пока не поймут, пока не проникнутся этим и не начнут сами видеть в этом их науку жизни. И тогда, в той мере, насколько понимают это, они подсоединятся к нам, потому что почувствуют в нас корень, который обеспечивает их и информацией, и также занятиями, и заботой, и святами. И тогда вместе с нами, с ними, мы уже продолжаем исправление. Как раньше мы занимались только собой, теперь занимаемся и ими, тем, что они присоединяются к нам. И так это все и работает, пока мы не расширяем все круги до конца